Добрый вечер, с вами Николай, и мы продолжаем играть в Morrowind. Так, нам надо наставник и Талвань. Вчера так и не получилось. А теперь мне его найти. Короче, где-то он в этой башне. Вверх. На самый верх посмотрим. Не, ну если он магистр. Скорее всего, что он самый наверх, правильно? По идее, если этот вход есть. Ну. Так, смотрим. Верхняя башня, помещение башни, вход башня. Где тут должен быть? Ага, вот он. Верхняя башня. И мне надо найти, если бы вспомнить, прокачанная книжка. Это монтирование. Гатрен. Тенарум. Архимагистр Гатрен. Найти ли тебе архимагистра? Нет. Давай скорее. Тут мне нужен. Гартрен. Ой, блин. Давайте я с ним поговорю сперва, а потом мы его завалим, да? Да. Да я что-то не подумал состав. Сперва начал мочить. А перед этим нужно было с ним просто поговорить. Ну, интересно. А вдруг он бы сказал бы, да, конечно. Я поддерживаю тебя однозначно. Мне нравится не только что. Так. Давай убеждение с тобой поднимем. О. Наставники Талвани. Нет, погодите, дайте подумать. Я все понимаю в ваших словах. Есть не слово, что понимаете, удивительно, что не этого важно. Не знаю, со временем что-то обсудить вопрос, другими советами полностью. Ставьте меня. Еще. Пусть наше знакомство будет плодотворным. Он внимательно выслушал мою историю и сказал, что находит мои доказательства убедительно. Однако он добавил, что принятие подобного решения сопряжено с невероятными обстоятельствами. Поэтому ему нужно время на размышление, но он хочет пописать с другими советниками. Знаете, мне кажется, легче действительно просто его убить. Убью этого. И не мучить себе мозги. Ботинкам все равно конец. Кстати, мне тут. Выхода нет. Мне надо драму разлучить. Не помешай. Ну как ты мог? Сейчас.
Умри! Почему я его воскресил? Неужели я даже чуть не выложил ее, блин? Ну да, идрический, кстати, не жалит. Их тоже не станет. Да, походу выложил диэдрическую секиру. Тут эту херню ставим. Спасибо, гад. Не спасибо. Один из сильнейших. Только на данный момент. Так, электрический кинжал, вечерняя мантия, вечерние туфлики, восстановление магии, качественное. Все. Смотрим, штрафов нет. Убил. И все. Такс. Я поговорил. Ну, хоть мы все вернемся, они так и не подписали. Дальше. Господин Орион, лорд Макс, советник Колбани, округ Воронова, башня Кальбоса. Вернемся. С Орионом я поговорил. Хорошо. С Орионом я поговорил. Значит, мне теперь необходимо дальше. Господин Невод. Башня Тельнага. Тельмора, Тельбраннар, Тельбраннар, Тельмора и Тельнага. Где их найти? Тельнага. Угу, хорошо. Да я смотрю, где они находятся. Оказывается, это все Тельмора. Пока так. Тельмора, Тельмора и Тельбраннар. 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 Ага, отель Браннер далековато. Значит, что мы делаем? Ну, где мы находимся? В Садридморе. Идем в Садридмору.
А потом смотрит Мора. Ладно. Сабриборы. Закончим сабриборы там было. И... Слушай, у нас... Хотите осмотреть достопримечательности? Куда вас отвезти? Ладно. Хотите осмотреть достопримечательности? Куда вас отвезти? Что-то я не туда куда-то прилетел. Да, ребенок тоже. О, Фельдбраннер. Хотите осмотреть достопримечательности? Куда вас отвезти? Так, Фельдбраннер. Ищем. Вон эту башенку мне нужно. Или это башенка? Кого? Сейчас просто надо вспомнить, кто здесь мне нужен. Боженька. И вот это. Так, смотрим, Фельдбраннер. Госпожа Терана. Госпожа Терана. Давай скорее. Да, ладно. Пойдем поищем. Либо здесь, либо здесь. Госпожа Терана. Трубка. Какая помощь вам требуется? Ну, скорее всего, на самом верху. Ну, пройдемся, посмотрим. Если смогу, помогу. Лишь бы побыстрее. Где этот раб? Говорите. Какого хуя? Говорите. Побыстрее можно? У меня правда нет времени на У меня это. Мало времени. Давайте быстрее. Я жду. Верхняя башня. Это...
Это что за нахрен? Я жду. Привет. Что сегодня купим? Так, это такая штука, с ней много нужно сделать. Стоп, а может быть это все-таки подставник? Да, или пауки в коробке получи яйца, они должны быть свежими с помощью крови Нэтчи. А у тебя с собой нету парочки? А, паучьих яиц, хорошо, свежих. Ну что, потом у тебя подставник, он у тебя с собой, если рад, если ты не принесешь свежих паучьих яиц или пауков. Помни, когда я была намного моложе, мы выращивали своих пауков. Это можно сделать еще раз. О, очень красиво. Сделай еще раз, ну, пожалуйста, пожалуйста. Ну, конечно, у меня есть подставник. Был где-то тут, если ты... А, так ты хочешь быть наставником? Да, пожалуйста. Только после того, как снова сделаешь эту штуку. Что удивить? О, мамочки, мамочки. Короче... По-моему, сделал, да? Мне удалось привлечь внимание госпожи Нерамбу, и на другом видите ее проголосовать за меня. Не знаю, понимала ли она, что и почему голосует, но на вопрос, вы голосуете за объявление меня наставником, она очень четко ответила. Хотите быть наставником? Конечно, вперед из песни. Зашибись. Я чувствую, что кто-то за мной наблюдает. Ей надо сходить за чайником. Почему? Потому что у меня сейчас чайник будет. Ура, я на свободе, не знаю, какой. Так. Все, следующая остановка с Абритмором. Сейчас я быренько за чайничком схожу, хорошо? Не Жаль, Калина еще не подморозилась, так можно было бы чай с Калиной. У меня, конечно, старая есть. Как задолбало. Сегодня протыкал, надо было ехать и сдавать документы на работу. А там проблема в том, что
Через два дня будет прохождение нормативов физически. Блядь, а я же не пройду их, я не пробегу просто. У меня сейчас дыхалка не та. Короче, сегодня не поехал никуда, просрал свой шанс. Блядь, буду надеяться, что будет еще один шанс, потому что, ну, я хочу поменять немножко работу. Да. Так, ладно, это все чушь. Смотрим. Мне нужен... Так, с Орионом понятно. Башня Тельнага и Тельмора. Тельнага, она где-то здесь должна быть, где и башня. Единственное, что она будет стоять отдельно. Вот, верхний зал Тельнаги. Кстати, Тельмора там где? Если это Тельнага. Это уже вопрос. Ладно. Тельнага, это хорошо, нет? Мне там хоть нужен был. Мне нужен Тельнага, конечно, да. Тельнаги. Господин Нелот. Поехали на самый верх. Впечатляет. Тебе идет эта одежда. Приставайте к кому-нибудь еще. Тебя плохое отношение к нему? Наставник Эльгилор дома Тувания. А это необходимо? Почему никто не... Почему мне никто не рассказал? Ничего не рассказал. Так, тебе нужна работа, а квалификация у тебя есть? Хорошо, давай вперед. Мне все равно. Вот наставник, а теперь иди. Понял, спасибо. Благодарю. Да, остался тебе вопрос один. Где мне найти... как же она называется? Подожди. Личная книга. Башня Тельмора. Я дурачок. Почему? Потому что вот он. Черт. Нет в одном месте всем собраться. Ой, стоп. Вы... Не льстите мне, ничего не льстите. Корабль круто. Хорошо. Угу, путешествуем. Тельмору. Хотите осмотреть достопримечательности? Куда вас отвезти? Так, башня Тельмора. Башня Тельмора и верхний этаж появился. Да, верхняя башня. Да они все же наверху. Надеюсь. Так, башня. Госпожа Дратта. Госпожа Дратта. Это мне очень приятно. Госпожа Дратта. Продолжай. Так, это мужчина.
Ну, я рада, что это услышали. Я рада, что ты настоял на этом. Видимо, в старых пророчествах все-таки есть доля правды. Я не удивлена. Эти свиноголовые боевые маги не обращают внимания на знамение Лидии Азура. Стоило бы. Это значит, и есть предсказанный Неверавейн. Реварин. Ну что ж, ты будешь нашим наставником, бери мой голос и мое благословение. И этот свиток, он пригодится тебе. Куда ты собираешься? Вообще. Я жду. Короче, она феминистка. Выйдите. Уважаю. Куда, конечно, ты сильная женщина. Логика. Это лучше, чем у тут пидорюга. Так, Химас, подожди, Газпрен, нет, Орион, башня Тельвоз. То есть мне надо теперь в Тельвоз поговорить. Дядька. Тельвоз у нас мало. Тельвоз. Не бьется, как ты. О, опять. Да что это такое? Я не успел даже махнуть, она сдохла. Может, на запах? Да, смешно, не смешно. Вот прикиньте, короче, получается. У меня достаточно температура была. Для того, чтобы изменить температуру, необходимо было... Короче... ну вот, резко. У меня температура 39,5 была. Не то, чтобы ее сбить. Необходимо было ее, короче, ну, резко забивать. Есть несколько возможностей, там, по-моему, горячий укол называется, или что-то такое, короче, да? Ну, а народный способ, это уксус с водичкой разводится, и ты полностью, короче, ну, не то, что там клобу прилаживаешь, нет, клобу ты прилаживаешь, но ты полностью голову, полностью тело, все полностью прилаживаешь. Все полностью тебе необходимо обматывать, короче. Вот. Ну и что? Вы льстите мне своим. Таким способом я обмазывался и... Быстрее, у меня мало времени. А другого выхода не было. То есть хуже не хуже, а надо. Ну и потом провонял как... Ну, вот так вот приходилось температуру сбавить. Давайте послушаем. Ну, то, что сбросил, это хорошо, температуру. А вызвал потом, это уксус. Настолько это... Мне сейчас хата провонялась уксусом, это пиздец. Вам эта земля подходит. Короче, мы приветствуем вас. Ну, проветриваю, конечно, уборка, все. Все делается, но, блин, все равно запах. Ну, может, это мне, конечно, так оно стоит, но... Не знаю. Так, есть. Мантия настанет, а ваши языки. Хорошо. Вообще. Сохраняем. Есть. Теперь... Достаточно для домов, для дорогой семьи, для семьи испытаний.
Пятое испытание. Вот, пятое испытание, это у меня будут эшлендеры. Так, эшлендеры надо называть лунку имени Грага, вот, который... Это имя 4 племени, это 4 племени воронов Боу Шелак, Архимова, Война, Пайр, Пайр. Истинно не совершать чудо, если помните эти 4 племени, которые надо давно воюют. Номер времени должен совершать чудеса. Так, это хорошо. Это хорошо. Да, так надо не протыкать, иди то. Иди этот гребаный ушалаку. Уже был за мной находится. А, вот стой, ушалаку здесь. Ну, пошли. Пошли, посмотрим. Ладно, на корабле можно... Теперь в любой... Там можно даже... Нет, его будет быстрее. Сходи будет быстрее. Так что берите на заметку, если вам надо сбить температуру, даже ну, противопоказания у даже маленьких детей нету. Уксус. Единственное, что старайтесь, чтобы уксусом, короче, не попадать в рот и в глаза ребенку. Да. И опять же проветривайте, потому что удушающий эффект от уксуса есть. Ну. Понимаете, в чем прикол? Вам могут сказать, что это все чуть-чуть. Хотите осмотреть достопримечательности? Куда вас отвезти? Короче. Хотите осмотреть достопримечательности? Куда вас отвезти? Они говорят вам это, знаете, для чего? Для того, чтобы... Понимаете, это дешевый способ. Дешевый способ, не надо покупать вот эти дорогостоящие таблетки. Таблетки, там уколы, да, которые стоят. И, хотите осмотреть достопримечательности? Куда вас отвезти? Ну, короче, а бабла у меня ушло на лечение, я вам говорю. И то еще не ушло, я еще покупаю. Сегодня скупился, короче, там тоже нехило. Антибиотиков накупил. Йогурты. Ну да. Ну, с антибиотиками. То есть принимайте антибиотики часа через 2, через 3 надо обязательно. Йогурт. Йогурт. А, ну, какие-то. Биобактерии, чтобы были. Для чего? Потому что вы антибиотиками вы убиваете микрофлору всю. То есть хорошие, плохие, пофигу. То есть убиваете всех микробов, которые у вас есть внутри. Вот. И для этого, для того, чтобы нормально вам потом... Ну, организм наш уже не может без... полезных бактерий, то есть желательно, чтобы они были. Потому что у нас будет как взаимодействие организма. Так что йогурт это самый тоже один из самых дешевых способов восстановить биобаланс, как говорят. Видели там вот этой в рекламке йогуртов. Да. Ну не знаю, поможет или нет. Я вот сегодня был в больнице, некоторые говорили, что сидят на антибиотиках и им похуй. Пофиг, в смысле, ну, никаких вариантов. Ну, то есть не проходит температура. Вот непонятный вирус какой-то, короче, сейчас.
Температура не проходит. Маленькая, 37, 37,5, это в таком ключе, короче. А чем чаще двигаешься, тем температура, ну, то есть... Может, температуры вообще не будет поначалу. А потом, короче, ну, вот у меня температура 36 была, да. А чуть-чуть прошелся, все, температура поднялась до 37, ну, ключе. Печалька, все. Эта земля подходит тебе? Мы приветствуем тебя. Невеликая опасность, и четыре племени Эшлендеров объединяются под властью одного военного вождя. Если вы сможете доказать племена Маршулаку, Архимуса, Зайнаб и Арабенимус, что вы и есть Нирварин, и что племена должны объединиться перед лицом угрозы шестого дома, тогда каждый из ваших ханов объявит вас Нирварином и военным вождем всех племен. Вам придется обратиться к ашханам всех племен. Но сперва идите в Сулматугу, он ваш друг и наверняка окажет вам эту честь. Хорошо, давай. Мне интересно. Арабейс. Малагамор, даже если мы судили под себя и свое оружие. Так, Зайнаб, понятно. Архимуса Варшилака. Хорошо. Схожу до этого текучка. Добро пожаловать. Чувак, здорово. Говорят, ты охеренный чувак. Ты добро не... пожаловать. А вас уже легенды складывают. Так, прошу вас, говорите. Хорошо, вы первый, я хочу предупредить вас. Как только вы будете наличны мировоззрением, весть об этом распространится повсюду. Услышать новости ваши враги и начнут искать вашей смерти. А те люди, которые, возможно, есть у вас среди великих домов, те, кто подчиняется слову храма, могут забыть о своей любви к вам. Если у вас есть какие-то дела, связанные с домами храма, можно вам следует сперва закончить с этими делами, а потом уже принять наречение мировоззрением. Продолжить. Во-вторых, рекомендую вам спросить совета Шаманка Небосимус, поскольку вы здесь человек чужой, собачий наш народ, а не в этом месте, расскажет вам о других племенах, об их обычаях и об их шханах. Не имеете сведений, вы можете сделать нас ошибку? Хорошо, я вас понял. Очень хорошо. Ты хочешь, чтобы меня назвали Нарвелом? Я знаю тебя и склонен сделать это. Сначала мы должны говорить на полностью долгие, прежде чем назвать тебя на ревен, и тебе надо понять, зачем нужен военный вождь, чтобы потом это можно было рассказать людям. И прежде чем я назову тебя на ревен, мы должны понять, что знаешь ты, каков твой долг. И только когда мы поговорим об этом, ты будешь назван. Ты должен стать нереально всех времен не остальных. Ну, ты должен замолить грех неоплаканного дома и освободить ложного богу. Ты должен победить шестой дом и Дагутура, ты должен спить трибунал от проклятия, это время пророчества, это будет твоим долгом, как Уршилаку Наварином. Прими внимание, слово пророчества, проклятие Дагутура, шестого дома, выражает наши дни, ложные боги обманывают, это делают мимо надежды защиты, ты носишь луну звезду Нарвара, рука Зоры, да приедет над тобой, эти доказательства должны представить всем людям, как Уршилаку Наварином. Хорошо, благословенный Ленин, можно врагу, много тура. Все. Так, перед своим врагом и родом и перед всеми людьми пустоши, я нарекаю тебе нерверенного Уршилаку, военный вождем Уршилаку и защитников людей. В знак этого я даю тебе зубы, Сейчас. Эх, гадский коронавирус. Раньше был, короче, прикол, когда кашляешь, ты как грёбаные шахты, ну там или вот эти рудники, да? Это рудники. Вот. А сейчас грёбаный коронавирус. Ну ладно, смех смехом, но у нас уже полсела заболела. Да. Так что вот такая вот фигня.
Сейчас я еще температуру померяю. Последняя температура 37,2. Ее избивать нельзя. Зараза, блин. Как же не повезло. Почему не сейчас? Я бы там бы на другую работу уже устроился. Начал бы устраиваться, давай так скажем. Да. Все, спасибо тебе, чувак. Поехали, поговорим с любыми Месси. Добро пожаловать. Это о тебе тут так много говорят. Так, всем испытания. Шестое испытание, подожди, так. Семь испытаний. Четыре испытания, теперь я на каждом дне. А у Шилака я прошел. Архивнул за наставником дома Хлава. Вот ты исполнишь эту честь пророчества, ты наставник все привели по дому вреда на Хлаву Калину. Исполнил четвертое испытание семи видений. Полное название это пророчество семи видений семи. Хорошо. Семь испытаний, первое, второе. Ага, это я помню. Это можно было. Я помню. Я согласен с тобой. Мне надо пум-пум-пум-пум. Дай. Испытание Архимуза. Архимуза. Из Грейзланд спокойно миролюбивый правительца Архимуза. Синоним упал, тоже является их Ашханом. А, хорошо. Архимуза займёт. Вот, искусственный лагерь находится в уме Грязанца. И Эрванимус Суну. Глава Гамор больше всего на свете не подсмеивает. Лучше себя оружие и хорошо. Кулак пожелстый и амбициозен. А его гулаханы во всем похожи на него. И шаманка Манирай, осторожно разумеющих ее совета, не тратьте слова на истину хану. Понятно. Добро пожаловать! Маг. Архимуза это у нас. Ага, Архимуза. Займа. Ну, давай туда. Перейдем. Четвертое племя, не помню, надо будет искать. Внизу где-то. Угу. Я сейчас немножко калечно буду рядом. Что делать? Так. Привет, как дела? Вообще, вот идеальная моя работа, куда я хотел бы устроиться, это в беседку. Ну, в смысле, не в беседку, а там... Хотите осмотреть достопримечательности? Куда вас отвезти? Или где-нибудь, не, ну что, прикольно было бы. Там даже кухоть тут перетаскивает. Я согласен. Хотите осмотреть достопримечательности? Если получать куда те деньги, которые отвезти? Я сейчас получаю, почему бы нет? Я бы с удовольствием был.
помогал бы людям в создании определенных игр. Да, кофе таскать. Я жарю, почему бы нет? Да не, я, понимаете, как-то в жизни переоценка... Переоценка важных целей произошла. Чего? Ну, многие люди зацикливаются на деньгах. Деньги зарабатывания. То есть, ну, знаете, такое. Я же смотрю сейчас по-другому. Я тоже так раньше был. Раньше считал, что без денег ни хрена не получишь. Но так сложилась жизнь. Да, без денег у тебя пропадают многие, короче, возможности. Без денег. Сложно. Но деньги не самое главное в жизни. То есть, вот когда их и нету, и ты пытаешься их заработать. Ну, у некоторых получается. То есть вот заработать деньги там, знаете, вот как-то крутится. А вот у меня никогда не получилось, потому что я делаю все тоже как другие, но вот определенный момент и все. И больше я не смогу заработать, сколько бы не хотел бы. Вот так вот. Не было. Так, ну стоп, сейчас, 2 секунды, то что-то я запутался. Короче, смысл в чем? Я перестал париться на этот момент. И понял, что неважно, кем ты работаешь. Вот сейчас у нас такой, о, ты мастер, да ни хрена себе. У меня мастера настолько больше обязанностей, и настолько мой труд оплачивается, не больше, чем рабочего, чуть-чуть. Ну, это не вот этот, несоизмеримый. Я считаю, если вы на человека перебрасываете такую ответственность, то надо и денег платить больше. Так получается бред. Лучше рабочий. Да, я на 1000, ну там, на определенную сумму буду меньше получать, но... У меня будет обязанности меньше, я отработал, пришел домой, и все. И не волнуюсь, что у меня завтра, что у меня послезавтра. Да, ладно. Это все. Это все температура. Так, архив Юза. Где-то у нее должен быть. Подожди. Не, подожди, это как-то не так. Ну где-то должен быть. Или нет, у нее там. Ну давайте мы зайдем. А, Юрта Шаманки, все правильно. Сильно помер пал. Сохранить. Здрасте. Так. Я хоть с тобой. Еще раз. Так, нет. Не говорим. Класс запустил посвящение. Вот я на разведчике брат. Включаю, что вы не знаете, как себя вести. Удивительно, что вы не знаете, как слушать. Мы не можем говорить о том, кого не привет, вежливо за отношение по имени Ахана. Каузи, пастух, мы пришли, ладно, поговорим с вами. Это большая честь для нас. Пожалуйста, говори. Ну, Линк.
Шаманка разговаривает. Йота шаманки сегодня. Так, чё? Ладно, пошли еще поговорим с твоими. Добро пожаловать. Это тебе так много говорят. Не знаю, с чего и начать. Такая честь. Ну, конечно. Что за хня? Получается какая-то... Я очень рад познакомиться с вами. Так, а вот же женщина, тогда нужно было решиманкость. Короче, уже не поговорите с одним из уханов. Он несет своих юрков. Добро пожаловать. Не понимаю. Что-то немножко... И тогда поговорить с шаманкой Сюной Пол назначал выражение с одним из уханов по имени своих мир. Вы льстите мне. Бред.
Слушай, ну я уже обошел всех. Каузи, пастухи, посвященные. Дотлак, охотники, брат. Минамо, разведчики, брат. Каузи, пастух, дотлак. Минамо. Нилорин. Каузи, дотлак, Минамо. Каузи. Каузи. Всех своих людей. Каузи. Каузи. Здрасте. Что за бред, собственно? А, вы привели получить мне время, но если сможете, жить. Хорошо, еще. Так, какой здесь пример, потому что мы бедная община племя, шума, это мое имя шаманки. Он просит мне говорить с этой женщиной, которая зовут Брюсскую племя. Хорошо. Боже, как все сложно. Именно не сложно, просто я как-то... Я проверю ваши доказательства, и вы расскажете мне свою историю. Если все это не удовлетворится, вас обычаю имущество, я далеко вас не приму на архимозу, но для этого должно быть кое-что сделать. Было времена при малейшей угрозе архимоза, можно пойти сейчас, на секунду, сейчас. Ой, косты, зараза. Он горяченький. Так, сначала вы должны отправиться в Альдедрот, сделать его безопасным для Архимоза, затем вернётесь и провожу вас туда. Да, если Альдедрот действительно безопасным, это ж примешан. Ой, эти динамические мины находятся у нас тут далеко на север. Альдедрот, хорошо. Альдедрот. Ну, пошли. Секира отсутствует. Никто. Что мне? Масика. Не вещи. Ну, кстати, у нас стоит. 11.12. 8.12. Вообще ни о чем. И же вот это самая тема. Сейчас я чуть-чуть поправлю, а то, блин, провода запутаются, микрофон и мышка и тянет, получается, натягивает мышку, и она иногда съезжает, что заставляет крутить немножко, как пытаться на хребах или не надо. Это что, приедем, порежем все там нафиг. Ух, железо. Расслабься. Да, конечно. Да. Да.
Ну, подобнешь вот так. Добро пожаловать, а вас уже легенды складывают. Аж я умираю в другом месте. Что сюда подписал, вот и будешь сюда сходить и говорить. Показать небольшую комнату со 100 человеком. Будет главное время. Выпивка, берегись, золотый шляп, снимешь, шутки, клуб. Какого хуя? Телеграм спамит заранее. Не, мне надо тут найти. Тебе конец, сдавайся! Тупица! Эй, какого хрена? Ну чё, блин? Сдавайся! Ты уже почти труп! Тебя обставили! Джиди, Арбрин. Ладно, пошли дальше. Ничего интересного, нет? Четыре-то. Эбонитовый-то. Это чушь. Электрическая реборда. Эбонитовый меч. Ну что еще?
Так, у тебя есть приглашение, это не участник игры. Приглашение вас призыли, и вы пришли по собственной воле. Или, если не так важно, дверь открыта для всех, но вы должны держать хозяина. Возьмите стакан от пайка. Затем можете общаться с другими гостями, танцевать, если хотите. Мне кажется, как вас зовут, как мозг пришли сюда, чтобы разрушить усилия. Ну, и рады всем вам, маскарадам, в России, безумным лордом. Зрителям, которым нравится просто наблюдать, участники игры. Ну, понятно, ты говоришь, не разрешите тебе голову на своем клюзе вытащить себя в поиск убежища в качестве награды за мой предупреждение не убьешь. Игра называется «Вызов игре». И учитывая твою достаточно сильную репутацию, я, пожалуй, не рискну обвинить тебя в этом, что ты блефуешь. Ладно, победа твоя, я выступаю, не могу говорить за ординаторов, но обещаю, что ты можешь привести сюда Архимоза, и мои последователи не тронут, и клянусь безумным богом. Замечательно, сохранить. Хорошо. Я как-то не пытаюсь сейчас все время поворачиваю, да? Пройти, посмотреть, что у них действительно не было никаких препятствий. Все, я думаю, можно. Да? Так, мне пришлось переразить смерть. Хорошо. Блин, надо еще физически немножко заниматься, потому что постоянно усиди, а может и жопу затечь. Ну, вообще, по сути, начинает спинка немножко побаливать. Да. Что надо периодически двигаться. Thank you.
Что мне нравится здесь, это то, что можно под водой драться. Что мне, ну, в Обливионе не было такого. Ну, в Обливионе мне нравились подводные камни. Ну, были, короче, пещерки, гроты такие прикольные. И хотелось в Обливионе все время, чтобы добавить монстров побольше. Был мод, не помню. Когда играл, короче, устанавливал мод на количество, добавляют живности больше, разнообразной. Ну, прикольно, только так нагружала систему. У меня компьютер тогда был, короче, такой слабоватый. Не, ну обычный объем тянул. Но как ты устанавливал этот мод, это была такая жопа. Я говорю, короче, ну блин, реально. Но зато, покажу, куча просто разнообразных тварей. Там гоблины всякие, там новые, короче. И в чем прикол, биомы занимались. То есть, вынесла одна фракция, короче, вот это. Ну, то есть, ты приходишь, и там может, ну, в пещерках быть другие, вот, в Скайриме почти. Почти. Да. Хорошо, теперь я отправлюсь с вами, кстати, еще вещами. Ну, пошли. Блин, ну это, конечно, немножко... Эй, меня подождите! Да ладно. Эй, меня подождите! Чего ты ждал так мучиться? Плывем. Ты... Ну и ладно. Я тоже так умею. Эй, ну да, подождите. Подождите. Быстрее. Эй, меня подождите. Подождите. Да куда же уже меньше? Как бегаю, как. На сопровождающий. Пошли. Эй, эй, меня подождите. Эй, эй, меня подождите. Да ладно. Пошли, дойдем. Там есть кто-то. Меня подождите.
Так, сохраняем. И будем смотреть. И это что делать. Ну что еще? Ну, я тебя привел. И дальше. Ладно, может тебе... Не застревай. Сука, блядь. Эй, эй, меня подождите. Ну и хорошо. Так, теперь... Мне кажется, будет быстрее. Добро пожаловать, Лунащик. Мне совсем не составит труда поговорить с тобой. Вы льстите мне своим вниманием. Так,
Путешествие с Андримором. С Андримором. И... Герзимап. Андримором. Угу. С радостью поговорю с вами. Блин, до сих пор в ушах. Вы отличный собеседник. Ненавижу, блядь. Блин, зараза, я уже неделю протыкал просто тупо ни на что. Это ты, Нариван? Болезнь. Это большая честь. Меня. Что выходные проходят тупорыло. Ну, дайте немножко, пожалуйста. Хотите осмотреть достопримечательности? Куда вас отвезти? Хотите осмотреть достопримечательности? Куда вас отвезти? Отлично. Равнин Грейзленд. Я как вспоминаю первую свою встречу с Агримом, когда я их натравил на стражников. Ну что, стражники получили форт лунной бабочки, короче. Тупо всех, ну не всех, но трое выбежали, два стражника и один капитан. Короче, Грим всех разбил. Он просто тупо, короче, как захотел. В любых позициях. Такс, хорошо. Сохраняемся. Это у нас лагерь Зайнаб. Зайнаб. Так, не время. Ого, извините меня, боюсь, это вышло грубо, но давайте поговорим серьезно. Вы сами верите в это? Я никогда не хочу оскорбить, но, никого не хочу оскорбить, но сами подумайте. Вы чужеземец и совершенно незнаком с нашими обычаями. Как вы можете стать нашим военным вождем? Какой разумный Ашхан позволит такому, как бы... Очень хорошо. Вампир по имени Кальварио нашелся в убежище гробницы Нерона, если это действительно... Хорошо, Кальварио. Еще один вампир. Я очень рад познакомиться с вами. Нерону. Нашел в убежище служебника при гробнице Нерона. Пошли смотреть. Угу. Mm-hmm.
не дотался его убила, но было... Как это называется? Прогнивается. Так, давай на сегодня находится к северу отсюда, что вы слушаете, идите на запад, потому что вы показались на дворе, теперь вы на север, идите дорогой, так чтобы они вставали слева, выдавливая тюрьму, и вообще это обратите взор на устык, еще как-то такого торжествуя от дерева, он должен идти на запад, если не помог. Не прогнивая границы не равны. Блять, походу меня немножко запутали. Отсюда на север. Отсюда на север пустой. Вон два дерева, примерно. Вон два дерева. Это Венима. Что слишком много делать? Он кажется. Надо скоро ремонтироваться. Конечно, сумок. Что начал командоваться? У меня почти сохло. То есть, ты сказать, что у тебя запредельная лукость? Что у тебя не попадало? Какие гадины. Вот все. Как я говорил, пройдешь вот эти руины Архимузы. И два дерева увидишь. Угу. Чуть-чуть осталось. Вот оно. Да? Да. Ну, пошли посмотрим. Thank you.
хочу с вами поговорить. Интересно. Выкуп. Так, они за это время добили номер, сейчас первого. Блин. Так, вам, ребята, лучше уехать. Смотрите, мне же вызвать его, когда не выйдет со стороны. Это мне где Гарриса. Он прислал шаг на призов операции, вырезал всех, кроме Бивина. Тот смог пробраться в новую улицу и предупредить нас. Мы ходим в новую улицу, советую тебе с твоими ребятами убраться как можно сбрее, но скажем, скоро все на вам распишь, с помощью которого вы сможете попасть, если встречи скоро видим, все, удачи, брат. Понятно. По идее, это вампиры. Вампир. Умри! Слабовато какой-то вампирчик. Дорогая рубашка. Кавалерия. Такого. Надо ли мне туда лезть, не знаю. Что-то интересно. Ну, нахрен. Мне интересно. Не-не-не-не, не хочу. Задание сделано. Да что ж такое? Чё у меня сила упала? Сила 109. Не допрыгнул. Блин, да вы не говорите же мне надо было. Кальвио. Кальвио. Где вы найти искреннее сопротивление? Это просто... Стоп, еще раз. Так, Нерварин, что ж... так вы убили вампира. А что ж, я с удовольствием объясню вам Нерварин... объявлю вас Нерварин Зайнабов. Но, по нашим обычаям, тот, который собирает почтить Ишхам,
должен урочить Ишхану какой-нибудь дар в знак уважения. Поскольку вы чужденились и знакомились с нашим обычаем, я окажу вам великую услугу. Назову вам дар, который хочу получить. Высокородный министр отмывания. Хорошенькую поклинку с широкими дарами, чтобы родила много сыновей. Где вам найти высокородный министр отмывания? Это просто посетите высокородный дар. Молодец, чувак. Посетите высокородных лордов отмывания, скажите им, что ваш взамен вкушат. Хочет оказать им честь, назвать одну из своих дочерей своей невестой. Разумеется, многие туманские лорды будут очень польщены, получив такое предложение. Да, извините на всех предложенных дочерей и выберите для меня лучшую. Посоветуйтесь с моим шаманкой Сонму Забамак и хорошите на мое мнение по этому вопросу. Пухленькую широкими бедрами. Любитель пухленький. Я больше люблю более... Как бы объяснить? Нет, слишком пухленький это не очень. Широкими бедрами тоже не очень. Такое среднее. То есть я лишь от ее задницы была. Эта земля подходит тебе. Мы приветствуем тебя. Хочешь не весной, да, ни одна знака этого скажешь, не знаю. Ладно, это то, что ты иди к своему другу собили мани, раз рабовладелец на прогнозе ярмарки работали руни. Скажи, что тебе нужна красивая донорская рабыня, которая бы выглядела так вам, как ты Ваня. Потом сорвана скажет тебе, что купить и оденет ее, как знатную таланту. Затем пройди его весной, поставишь его как. Знатный ты нас поместил, он не заметит разницы. Боже, какая ты умничка. Какая что умничка. Так, Тейлерун. Сидрик Мора. Тейлерун. Эфир, Тейлерун. Если бы я еще помню, где этот Телерон. Эфир. Телерон. Пешком. Я добежу. Хули тут проскакать. Кубня. Ну, хитрый жопа, черт. Тебя, блин. Нет, ты прикинь. Я думаю, я его убил. Бля. Аж самому уже, блин, впадло. Хер его знает. Бронхит, скорее всего. Острая респираторная вирусная инфекция ОРВИ. Что в этом, конечно, году меня немножко... Да ладно.
поднялся уровень. Ладно, сейчас поговорим здесь со всеми. Кого мне надо было найти? Телерон с Эймани. Клетки надо искать. Чего можно было клетки взять? Хорошо. Я чувствую, что за мной кто-то наблюдает. Так. Нужна рабыня, которая должна была говорить, если вам была жизнь, Алима. Ох уж ты мне самым собаким хитрый план. У меня есть рабыня, которая приняла уродную рабыню, красивая девушка из Даммера. Но сначала тебе придется купить изящную сорочку, изящную юбку и изящную туфлю. Иди достань изысканную одежду и принеси мне на Фельмора. Хорошо. Очень рада знакомству. Вы льстите мне своим вниманием. Выздороветь. Ну, если бы легко было. Купчик, выздороветь. Все, выздоровел. Ты в хорошей компании. Фука. Добро пожаловать. Так, одежда изящная. Что мы им смотреть? Дорогая, вычурная. Изящная, изящная юбка. Один есть. Изящная сорочка. Один есть. И изящные туфельки. Изящное кольцо. Два штуки возьмем. Изящный пояс. Изящный амулет. Изящные штаны. Зато я теперь буду точно знать, что у меня все есть. Что мне надо. Не буду волноваться. По этому поводу. Так. Очень рада знакомству. Похоже, у меня отлично. Не, ну что, это прикольно, кстати. Угу. Понимаешь. Блин, а я сейчас сижу и думаю, устанавливаю ТСО ради того, чтобы посмотреть различия вот этих между версий. Там, блин.
Не, ну да, там, короче, там же больше. Если брать ПСО, там не только Вардентал, там весь уровень сделан. По-моему, да, по-моему, весь. Угу. Ну, блин, интересно просто сравнить некоторые места, понимаете? И когда ты бегаешь здесь настолько все родное становится, все прикольненько. Вот сравнить с тем, что там, было бы интересно. Хорошо, великолепная одежда, береги ее, отдашь ее, когда купишь ее. Но мне нужно, чтобы ты еще немного времени, чтобы научить пару левов, нужно вести себя, чтобы сыграть твой спектакль благородной леди. Я знаю, что нам надо. Иди и достань бутылку духов из жучиного мускуса отрывания. Спроси у аптекаря Бардрена Аллеретта здесь Талеруния или у аптекаря Джон Тельмора. Это сделает Флору Левору просто непризвольно быстрее. Хорошо. Бальдрена. Не знаю, с чего начать. Такая честь встретить вас. Аптекарь. Хорошо, хорошо. Сейчас мы идем. Кто? Аптекарь. Так, чувак, ну, не подведи. Мне надо... мускус. Фишин. Так, занятия, услуги, фотографии, новости. Ага. Подожди, почему? Сотки. Впечатляет. Тебе идет эта одежда. Да, сэром. Ворогару, завещаю, дочь Дранору, лорд Перегору, пронзаемся, видите, следуем всему моему человеку, я буду высокородной воздействия, поможет. Я очень вас, и видите, уже давно зашли, но ты даже ожидаешь ландеров, но это все равно лучше, чем быть рабыней, и сделать все, чтобы так, подарки. Ежевик, пойти вместе. Ну, поехали. Пешочком. Блин, это много. Мерзонок. Самое через волосы было. Подожди. А у нас тут... С понятливостью у тебя все в порядке. Добро пожаловать.
Эй, меня подождите. Голос у тебя какой. Эх, этот не туда вот ты. Ну, ладно. Придется подать пешочком. Эй, эй, меня подождите. Поехали, мама. Меня подождите. Ой. Упс. Я, кажется, бил не то, что надо. Я слышал о вас. Кстати, у меня вопрос есть маленький. Так, ладно. Угу, так, сохраняемся. Подождите. Дождусь, пошли. О, Вилли, придется мне с тобой открыться. А ты куда? Алло, блядь. Тупица. Да это у них, короче, баг такой. Если бы вот эта фигня, короче, не появилась бы, она бы нормально меня бы догнала бы. А так мне, короче, назад пришлось ей возвратиться, потому что, ну, типа, от начала нормально. Да. Чё?
Где ты влез на жопу? Пошли. Еще. Как сложно слово увидеть. Да. Да блин, это пипец. Ну, столько тут порвала миссия. Довести ее. Почему нельзя использовать телепорт? Эй! Эй! Меня подождите! Пошли. Не надо назад возвращаться. Эй, эй, меня подождите. Не надо назад, говорю, возвращаться, пошли. А Грима надо выходить стороной. Эй, эй, а меня ты уже подождите. Ты задолбала уже. Эй, 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 вы. Да не надо, эй, надо. Эй, меня подождите. Эй, эй, меня подождите. Да. А это мне еще одно племя надо. За собой перетянуть. Ну, посмотрим, ладно. Не, ну хотя прикольная миссия. Действительно интересно. Чувак, хитрожопый. Пухленькая, ну я бы не сказал, что она пухленькая. С большими бедрами. Ах!
Так, чуть-чуть осталось. Эй! Эй! Меня подождите! Так, зайдем за шумом, я посоветую. Эй! Меня подождите! Слышь, так. Добро пожаловать! Знакомит тебя с твоим будущим мужем. Так, да-да, сэр, мы, дамы, здесь безпечные, это прекрасный человек, он должен быть женихом. У него очень представительная внешность, не правда ли, может быть слишком серьезным, но морщинки на улице говорят о том, что он сейчас улыбается. Он, сэр, мне кажется, я буду с ним очень счастливым. Это же хорошо. Очень рада знакомству. Вестетование. Так, это моя невеста, моя новая невеста, я очень довольна вашим подарком. А тебе, друг, не уменьшить. Вы сейчас делаете счастливой и читать ее как благородное... и чтить ее как благородное тувание. Как я и обещал, я приглашаю вас на регулярное война, военно-важным взаимом, защитником Нарфлода, и я также должен отдать вам плеть Зайнов, политическая плеть, племя, которая будет знаком для всех гоминеров, что Зайнов превосходит с ними регалином. Все, спасибо. Не знаю, с чего и начать, так. Живите счастливо, дети мои. И... Плеть Зайнов. Что это? Ух ты, наверное, какой-то... Кулончик. Так, ну что, остался мне один. По идее. Молодомор у нас Молодмар тут. Если бы я сейчас помню Молодомор. Ладно. Ну, короче, где-то он здесь. Молодмар мне надо. Интересно, куда мне выкинуть? Ага. Волос меня выкинуло. Молодмар. Молодмар. Ну, сейчас будем искать. Я что-то сейчас немножко. Растерянность, я не знаю, куда мне идти. Молодмар. Путешествие по Субрегнору. Субрегнору. Можно. Или нельзя? Mm-hmm.
Продолжайте, я слушаю. Давай попробуем так. Я с радостью поговорю с вами. Мне очень приятно. Так, сейчас запись идет. Идет. 2 часа уже запись идет. Ну, короче, немножко заканчивать наше повествование. Сейчас я пока доберусь до лагеря. Да. И, наверное, на этом все. Ну что, блин. Сел краешь. Сейчас попробуем сел с драйвером. Молодмар. Молодмар, молодмар. Специальное путешествие только для вас. Ага. Цены. Если бы еще вспомнить, где здесь этот лагерь находится. Ого. А, так мне можно было и с Дредмуры добраться. Ну и ладно. Да я просто не думал, что нам... Ух, отпил. Договор, гады летающие. Не знаю, что светилось, но мне было в эту сторону. Ну, понял, что там светилось. Это, кажется, моя хрень какая-то. Thank you.
столом. Блин, я хочу поиграть в Baldur's Gate 3. Очень хочу поиграть. Сука, меня смотрю, люди играют. Ну, не, ну, я же говорю уже. Если разбанят мое видео, там будет сыроватый еще продукт. То есть это оно же в раннем доступе. Вот чуть попозже, да, я хочу не поиграть сразу. Ну, дура. Ладно. Все, на сегодня достаточно нашего повествования. Встретимся в следующей серии. А сейчас, ну, пока, будем с вами прощаться на данный момент. Все, всем пока, всем спокойной ночи, не болейте, будьте счастливы, пускай все будет хорошо. Всем пока.